Пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смоллер стал серебряным призером воскресной гонки 4-го этапа Еврокубка Формулы Рено, который прошел в минувший уикенд на французском автодроме Поль Рикар. В субботней гонке Смоллер пришел четвертым, а в воскресенье по итогам квалификации Александр стартовал с 3-го места. В начале заезда Александру удалось опередить соперника и подняться на одну строчку вверх. До самого финиша Смоллер успешно отражал атаки других пилотов и финишировал вторым, отстав от лидера всего на 0,4 секунды. Однако гонку нельзя назвать легкой. Как признался Александр, с первого круга до конца заезда россиянина прессинговал лидер зачета, француз Виктор Мартинс. Одна ошибка в любом повороте, и уже Смоллеру пришлось бы атаковать в надежде вернуть потерянную позицию. Была очень тяжелая гонка, приходилось обороняться на протяжении всех 30 минут. Но я рад, что мы выжили даже больше, чем могли из этой гонки. И уезжаем отсюда с отставанием всего в 3 очка от лидера чемпионата. По итогам этапа пилот молодежной программы SMP Racing набрал 30 очков и сократил отставание от Виктора Мартинса до 3 баллов. 119 у француза против 116 у россиянина. Большое спасибо всем фанатам за вашу поддержку. Она очень много значит для меня. Команде тоже большое спасибо за работу и SMP Racing за то, что предоставили мне возможность проявить себя. Сейчас, перед перерывом в сезоне, Смоллер занимает вторую строчку чемпионата. Пятый этап Еврокубка Формулы Рено состоится 25-27 июля в Бельгии на автодроме Спа-Франкоршам.